14.09.2017 год. Капля VIP 3х6. Форточный блок. Дверь распашная. Одна форточка в торце. Также грядки. По две грядки с одной стороны и по середке. Система подвязки. Труба 20х40. Усиленная. Форточный блок. Также установлен автомат для проветривания. Автоматическое открывание форточки. Но сейчас холодно, закрыта форточка. Брус 100х100. Пропитанный антисептиком. Также забиты ковушки. Чтобы не сдуло теплицу. Один, второй, и с той стороны два. Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 30 сентября, 2017 год. Построили мы две теплицы. Теплица называется «Капля VIP», шириной 3 метра, длиной 8 метров. Теплица абсолютно одинаковая. Так, на примере одной сейчас расскажем об обоих. По торцам у нас расположены разрезные двери-форточки. Также имеется торцевой резиновый уплотнитель. Каркас теплицы сделан из трубы 20х40. Арки выполнены в виде ферм. Все сваренные между собой детали обварены в круговую. Покраска у нас полимерно-порошковым способом. Стоит вся конструкция на бетонном основании. Тут заранее уже подготовлены грядочки, тропинки. Заранее подготовлены грядки, тропинки. И под эти грядки у нас имеется система для подвязывания растений, которая сделана из трубы 20х20. Вот она прям аккуратно с грядочкой. Две трубы. Также особенностью данной теплицы является то, что клиент заказал форточный блок. Но форточный блок получается не простой, а он на одну сторону. То есть обычно он из двух треугольничков, а тут из одного на одну сторону. И так в двух местах теплицы. Сейчас вторая теплица у нас. Точно такая же. Итак, на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!